ми приймаємо наступний дзвоник. Добрий вечір, кажіть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий. Это звонит благодарная посетительница Виктана. Чудово. Я пенсионерка, мне 63 года, и вдруг одна тетка напугала меня, что я в 64 года умру, а я так хочу жить, у меня четверо внуков, у меня столько дел впереди, столько работы впереди, столько мечты, хочу их всех поженить и на свадьбу. Чудово, поставить. И вы пришли до Виктана и дали? Я пришла, мне хорошие люди посоветовали, так. Придите к нему, он с вами поработает и все. Живу и здравствую. Ой, как мы за вас и рады. И спасибо большое, детей учу. Дома все делаю и желаю здоровья Виктану. И спасибо, что есть такие люди в нашем городе Героя 10. Дякуємо вам. Вам большое спасибо. Дякуємо вам. Велика вдячність за ваше висловлювання, бо ви розумієте, наскільки велика кількість людей, зараз почувши вас, також зможуть вирішити всі свої питання.